свой момент футболисты КАЗ АСТ не забивают. А вот если до этого не забивали, то вот сейчас забивают. Я Конрада помню по выступлениям, естественно, за Баканас в премьер-лиге. И вот он сейчас играет за команду КАЗ АСТ и очень быстро играл третьего центрального защитника. Ну, в общем, как раз таки Сула такой же. А вот это легенд, первый сейв в исполнении вратаря команды Сафы. КАЗ АСТ — это студенты. Мы с ними знакомы. Сула хороший пас, но Жунусбеков не забивает. А с командой КАЗ заставляют Тулигена вспотеть. Еще один момент, и просто на опыте Туля сейчас отражает все вот эти более неопытных, да, менее опытных, вот так правильнее сказать. Браво! Что за розыгрыш стандарта Жунусбеков? Токтубаев будет разыгрывать. Передача на Жандоса. Удар Туля. Очередной сейв. И звучит свисток у нас. Продолжаем, дорогие друзья. Сафа против команды КАЗ АСТ. 2-1 счет. Ну, потому что Султан, я уже говорил, это вратарь. Профильный по базе это вратарь. Но сегодня играет полевого. Но, естественно, прекрасно себя чувствует Даулет направо. Даулет, Конрад Ермахан, удар по воротам. И вот, пожалуйста, если вы не верили, что Султан ошибается, пустые ворота. Ну бей, что ж так долго, Жандос. Сами в сейв делают. Странная очень атака, Жандос очень долго думал. И Жунусбеков вклад сейчас может доказать команду КАЗ АСТ, но нет. Тащанов, вот удар, и снова каркас ворот. Снова каркас. Отрабатывает за себя из этого парня в обороне. Адлет, сколько можно раскачивать, удар Гуляса. Все два мяча, мне кажется, прям... Очень тяжелый этот 3-2 забивает, кстати, в премьер-лиге в этом сезоне. Даулет, ну бей уже! А вот и Сула. А вот и Султан. Что за... Мирей. Жунусбеков квад. Передача направо. Султан бьет и угловой зарабатывает. Колыбай поборолся. Колыбай. Снова Аслан. Передача направо. Даулет. Даулет. Пустые ворота. Удар. 4-2. 4-2. Сула здорово как обыграл. Мирей. Шакиев, Дощанов подпрыгнул, и голевая передача Дощанова Тимура забивает сами. Сула очень долго шел в ворота. Конрад Ермахан, 2-1 выход, ну куда торопитесь, ребятушки из команды. Даулет, Конрад Ермахан, хорошая передача и удар, Султан здесь парирует. Почему-то... Продолжаем, дорогие друзья!